чё вылупился, сейчас моргал и выколю тебя. Шутка. Ты разговариваешь, нет? Чё, юмор не... Не понял, что ли? Хуёвый юмор у тебя, кстати. Ну, я пошутил. Ну, как бандит, типа. Бандитская культура. А как тут выйти, я как будто в тюрьме. Ты вообще каким образом там оказался? Где? Вот за сет. Ты здесь первый день или как? Ну, какая разница? Ну, может быть, и чё? И чё такого? Тогда сам разбирайся со своими проблемами. Ну, не, ладно, первый день, ладно. Первый. Максимально первый. Ну, стой, погоди. Ну и пошел в жопу. Как ты там оказался? Сейчас подойду и ебало разобью ему. Помогите! Сейчас помогу. Оружие спрячь. Фига, слышь, давай ствол. Скидывай оружие. Всем привет, мужики, давайте знакомиться. Ну, здорово. Здорово. Вопрос можно задать? Слушай, давай мы сначала, может, пострадавшему поможем. Я охуеть какой пострадавший на самом деле. Ну, конечно, ладно, ничего, мне помощь не особо требуется. Но, может, вернешь мне мою пушку? Забирай. Ну, здесь оружие на людей наводить не советую, если ты стрелять не собираешься. Но кто-то сказал, помогите, а я пришел помогать. Че, в штаны навалил, что ли, братан? Иди активней. Тебя, блядь, увидел и обосрался, ну, ёптать. А мне не одолжишь бутылочку попить? Слышь? Пожалуйста. Я слышу, экрана попьёшь, может. А можно из рук, что ли? Ну, я ж не скотина, чтобы с воздуха хлебать, верно? Ну, попей. Слушай, тебя как зовут? Крест. Крест, ты местный лох или что? Я не могу понять. Это вопрос. Да ты вообще... Это вопрос. Ты так зря базаришь вообще. Почему? Да потому что. Я тебе могу по факту доказать. Хочешь? Ну, хочешь? Докажи. Воу. Успокойся. Чё ты успокоишься-то, блядь? Чё ты успокаиваешь-то меня, блядь? Бутылку принёс назад, на. Сам принесёшь, ты же местный лох. Ебать, колотить, а. Тебе лучше не подходить, да? Да давай лучше у костра посидим, отдохнем. Так ты бутылку принеси назад. Давай лучше кого-нибудь другого. Давай лучше кого-нибудь. Попросим бутылку тебе принести твою. Садись, грейся, терпила. Я тебе говорю, бутылку принеси, ебать. Я тебе по-человечески, сука, бутылку дал, ебать. А ты как к чему последнее поступил, ебать? Я таких чертей нахую вертел, понял? Ну ты сразу... Да заебал ты, остановись ты, слушай. Ты сразу себя показал, какое к тебе отношение должно быть. Я сказал, бутылку принеси, ебать, я тебе сказал. Слушай, успокойся, сядь, посиди. Ты познакомиться там хотел? Ну да. Как тебя там зовут-то? Кентафарик. Кентафарик? Ну так вот, Кентафарик, я тебя где-нибудь встречу в другом месте. Не здесь, за запреткой вот за этой. Я тебе, Кентафарик, все ебло расшибу, понял? Я тебя понял, Крест. Но пока мы здесь, ты просто терпила, получается. Давай посидим, отдохнем. Да сиди, отдыхай, ебать. Век твой короткий, на. Хорошая погода, да? Пиздец. Мужик. Эй, мужик. А, да. Чего? Помоги бедняку. Ну, то есть, помоги там как-то этот... Бог дал слушай, человеку. Я вот 5 минут только что вот такой же, как ты был, слушай. Я, блин, сам на минусах. Да я не про это, так, типа. Подожди. Бог дал человеку руки, чтобы он зарабатывал этими руками себе пищу. Правильно? Что тебе нужно, говори. Руки мне нужны. В смысле? Ну это этот у меня, как это называется-то? Гипербола, нахуй. Ты можешь понятнее говорить? Ну ты чё тупишь-то, бля? Я тут тебе выражаюсь литературно. Ты чё за тупок-то такой? Я тебе говорю, мне надо эти... Тупой я, блядь, не понимаю я чё. Короче, дай мне удочку, чтоб я наловил рыбы, типа. Ну ты понял, нахуй, или нет? Ну это типа образно говоря. Чего?
Ну ты чё, блядь, тупишь? Ты чё, блядь, баран? Ты не понимаешь, короче. Дай мне лопату, чтоб я накопал себе картошки, блядь. Ну ты чё тупишь-то, ёбаный рот? Слышь, ну и пошёл нахер, придурок. Ой. Стой, куда пошел? Стрелять буду! Ну-ка, остановился! Это что было? Ну нахер. Ха-ха, дебилы. Дебилы! Слышь? Мужик, тебе помочь? Мужик, помочь? Ой, блядь! Ну нахер! Где он? Где? А, возьмите здание в кольцо, быстрее, был замечен вроде бы. Информация не точна, но здание, возьмите весь периметр в кольцо получается. А ну-ка слезай! Что такое? Вы... Что такое? Он у меня тут на вышке. Кто? 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 Спускайся вниз, оружие. Ствол кто? Замер. Оружие убрал. Вы кто? Спускаемся вниз. А вы кого искали-то? Похож. На кого похож-то? Кто такой? С грузы ты выбегал 5 минут назад и в камыши сиганул. Я? А что? Ты? Ты кого дебилом назвал, олень? Стой, не рыпайся, блядь, я башку сейчас разнесу. Тихо. Я тебе что плохого... Слышишь? Я тебе что плохого сделал? Я тебя оскорбил, я в тебя выстрелил, я шел по своим делам. Ты сиганул, еще и дебилом нас назвал. Мы тебе что плохого сделали? Бойцы, по периметру пройдите, хороших людей называешь. Вы нахер, если вы хорошие были, вы бы за мной не пошли в камыши. Так мы ебем, ты, блядь, попятился от нас. А может, ты вор, который нас оборвал недавно? Если бы тебе бояться нечего было, ты бы не убегал. Ой, да ладно. Ладно, да? Просто так побежал, можно? Сел нахер, быстро, блядь! Ага, еще раз, сука, встанешь, я тебе ноги нахуй прострелю, блядь, и нос отрежу, а понял меня, блядь? Извините. Бог простит, ты сейчас с ним, сука, встретишься, блядь. Звать товарищ, тебя как? Горе. Упор лежа, примите, пожалуйста. Ну, запрещенного у него ничего нету. Наручники на пол. Пожалуйста. Так же нельзя, вас, по-моему, нормально просят. Не в лужу, да, спасибо. Аккуратно взять, положить, не вариант. Да чё ж ты такой, да ёпчевый ты, мужичок. Только давайте без рукоприкладства. Ты разбирайся. Бля, я его нахуй замочу просто, блядь, и всё, блядь. Не-не, чуть-чуть. Я с тобой, блядь, нормально разговаривал. Ты что-то быкуешь, блядь. Ты чё быкуешь, а? Ты чё быкуешь, я тебя спрошу? Да я не... Ты чё такой дерзкий и резкий, как понос-то, блядь? Ты чё убегал, м? Просто так. Просто так даже мухи не срут, ответ не принимается. Давай еще варианты. Хорошенько подумай. Даю 3 попытки. Не понравится, застрелю нахуй. Давай, первая попытка. Я спиздил мясо. Подожди, ужас. Ты, блядь, думал, что мы пошли за тобой, потому что ты мясо спиздил? Да. Че, вы сами разберетесь? Пацаны, расходимся, нас наебали. Давайте, ребята, без хуйни все. Иди давай. Давайте. Иди своей дорогой. Пиздуйте по добру, по здорову, ребята. Я что-то не могу понять, это угроза? Recommended это. А иначе что? А иначе я что-то не могу понять, ты в КПЗ хочешь посидеть 15 суток? Кое КПЗ? Че вы мне какой-то с хуйней стращаете, мужики? Все ж нормально. Я что-то понять не могу. Я, допустим, вот на данный момент при исполнении, ты меня оскорбляешь. Я никого не оскорблял. Посадить на 15 суток. А ты на каком моменте оскорбился? Блядь, выстрел с мостики или с чего это, блядь? Ты на каком моменте оскорбился, скажи мне по факту, чтоб я извиниться мог перед тобой. Но мне неприятно, что ты мне угрожаешь, мне обидно. Кто тебе угрожает-то? Ты нам угрожаешь валить, типа нахер поздоровый, это что такое, что за базар? Ты типа блатной ты что ли, я понять не могу. А что такое-то? Ну может блатной немножечко, ублатненный. Ну, тоже все блатные, что? Бля, ты хочешь по фигне побазарить? Давай побазарим. Давай, блядь, побазарим. Обоснуй то, что ты, ребята, прибежал, оскорбил, там, нахуй послал. Это как... Кого я нахуй-то послал? Мне говорят, что приходит какой-то человек, непонятно как одет, ружбайка забегает, кричит, пошли нахуй, и убегает. Это как понимать? Где такое было-то? Бойцы, за мной... Как он зашел? Куда я зашел-то? Прием. Слышь, ковбой, куда я зашел-то?
Слышь, полюзом будет мышь, нормально, сука, общайся, блядь. Ты меня сейчас реально доведешь до кипения, дядя, блядь. Тебя тут, сука, и прикопают. Проще будь, гонор свой сбавь. Ладно, хлопцы. Да, либо без короче, смерти, либо тупой, блядь, я не оставляю его на вас, короче, решайте с ним, что хотите. Я сделаю вид, что я ничего не видел, меня здесь не было. Я пошел дальше. Да, говорит, спасибо. Что нам с этим молодым человеком, блядь, делать? Пушку убери, пушку убери. Так и почистить на ствол. Пушку убери. Ты мне ствол начищать будешь или что? Я тебе ещё ебало начищу. Я тебе ещё ебало начищу. Что с этим покемоном делать будем, блядь? Мне на ствол почистить. Что с этим покемоном? Дома у себя будешь свой ствол начищать, блядь, под одеялом. Вот бесполезно его лечить. Хули его лечить, блядь? Вот такие, сука, потом ходят, блядь, борзометра, блядь, скакивает, а потом, сука, засады делают. Ты ему делают. По щам дашь, а потом неделю бумажки объяснительные писать. Оно тебе надо, мне нет. Не, все, мужики, я эту ересь слушать не намерен. Давайте, короче, я ваше это заседание лоховское оставляю. Воу-в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 оу
Да все, 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 уебываю, я уебываю. Я уебываю, все. Хорош, бля. Хорош, бля. Хватит, хватит. Полтергейст, Неудача. Чё со мной? Где я? Где я? Да все там же. Я не помню, как здесь очутился. Где я? Ты на деревне? Во Фрузенушке? Я не помню. Хорош маячить, раздражаешь. Чего? Говорю, хорош маячить, раздражаешь. В смысле маячить и в смысле раздражаешь? Ты меня раздражаешь, вот чё. Ты маячил. Да? Ну так, блядь, не смотри тогда, если раздражаю. Да, веди себя по-человечески. Да отвали ты, чё докопался до меня? Подскажет кто, где нож найти можно? Посмотри, там в бочке, может, нож валяется, я не знаю, в одной из двух. Ну, сейчас посмотрю. Мусор какой-то все в этой бочке. Кто сюда вот эти мокрые дрова положил вообще? Ты, мусор. Может, блядь, будешь выходить и кидать, а не, блядь, в меня нахуй кидать. Хорошо? Чё тебе надо? Выйди, блядь, за периметр деревни нахуй и выкинь, ёпта, то, что выкинул сейчас, блядь. Ты, придурок, отстанешь, может, от меня? Порежу нахуй за слова, понял ты, нет? Услышал, блядь? В смысле? В прямом, блядь, без смысла нахуй. Ладно, ладно, все, успокойся. На, слезки вытри, блядь. Воу, мужик, убери, убери! Убери, ааа! Помогите! 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 Чё зыришь-то? Чё нахуй зыришь-то? Тебе делать нехуй. Слышь, я тоже хочу погреться, может, отойдешь от костра, чтоб я пошел погрелся. Чё за хуйня, блядь? Ты чё за хуйня? Тебе чё надо-то, блядь, дурак, блядь? Ты чё ебанутый? Отвали от меня, блядь. Отвали, блядь. Иди нахуй! Отвали, блядь, отстань! Вот, блядь, соси там у себя, блядь, придурок нахуй. Пошел ты! Ну все, я тут настоялся, пойду обратно в деревню. Слышите, вы не староста случайно? Староста к наученькам ушел. Тут неадекват завелся какой-то, с ножом бегает и меня, короче... Ну, так ты сам виноват. В чем? Нехуй было доебаться до него и кидать вещи в него. Понятно, кому можно нажаловаться? Военным можешь идти нажаловаться. В какую сторону это? Пальчиком можете показать? Вон туда, в ту сторону. По дороге. А вы про что? Где вояки? Мне Васек сказал, что их лучше не нервировать. Ну, все, все, да. Я сейчас, блядь, приведу хочешь. Военного, блядь. Слышишь? Давай, веди. Я сейчас приведу. Успокойтесь, понял, что можно. Я сейчас, блядь, приведу военного. Охуеешь. Прямо сейчас веди. Я иду, блядь. Прямо сейчас веди. Ну, я и веду прямо сейчас. Военные! Эй! Стоп. Стой, кто идет? А! Руки вверх! Эй! Пошел нахуй отсюда, говорю!